День добрый, дорогие друзья! Перед нами Ёж, Ёж-окучник, колючка, как его называют. Два вида ежей. Один ёж правильный, один неправильный. Стойка ежа визуально немного отличается. Ширина ежа отличается и угол поворота. Так, на правильном еже стойка, ширина 40 миллиметров. Крепление подходит под отечественный и польский культиватор. На неправильном только сделано под китайский. Второе отличие визуально. Угол поворота. Если угол маленький, еж вам не работает так, как надо. То есть угол поворота на нашем еже больше, чем на еже неправильном. То есть ёж выбирает больше середины и закидывает на стороны. Так. И если присмотреться, самое главное отличие – ширина ежа. Ось ежа на правильном он уже, чем на неправильном еже. То есть очень широкий ёж, ширина захвата, он вам будет между ряди широко и будет залазить на картошку, будет как бы картофель вам ботву цеплять, то есть от него пользы будет меньше, чем вреда. А вот узкий ежик правильный, ширина, если подставить, насколько он уже другого ежа, вот если посередине еж крепится, колючка сама к этой части, к ступице. Здесь ступица на 5 сантиметров вынесена. И с левой стороны ступица, которой крепится основание ежа, колючка, вынесена на 5 сантиметров. То есть получается один еж шире на 10 сантиметров, неправильный. Да, он работает под меньшим углом и очень широкий. Еж правильный вот так выглядит. Стойка на 40 миллиметров, угол правильный и узкий. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.